Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Мы с вами находимся на территории собора Воскресенского. Огромного. Крымского. Смотрите, какой огромный собор. Покажу поближе. Вот, видите? Какое огромное, большое вот такое здание. Снимать нельзя, но поклонились мы ковчегу святителя Луки Симферопольского и Крымского. Вот, буквально только что. Здесь рядом еще вот такая красивая, как бы, вроде часовня. Вот здесь. Можете посмотреть. Сейчас, по-моему, закрыто. А вот здесь, если я не ошибаюсь, здание монастыря. Вот такие красивые купола с золотыми крестами. Да, видите, вот совершенно верно, я не ошибался. Это здание монастыря. Вот здесь находится за дверью монастырская трапезная. Видите, расписание завтраков, обедов для работников монастыря и работников кафедрального Воскресенского собора. И полдник. Мы заходим за такую чугунную решеточку. И здесь у нас, как вы видите, покоится игуменья Аполлинария Авдотья Васильевна Лутковская. Указана дата ее жизни. Вот в этом месте она захоронена. Видите, все ограждено вот такой решеткой кованой. Мы идем дальше. Вот мы вышли из монастыря, вот такой вид здесь. И вот это, видите, еще одно стоит здание с красного кирпича, зеленой крышей, крыша новая, видимо. Это здание будет реставрироваться, облагораживаться. Вот. И наверняка здесь будет еще один корпус монастыря. Пока все в таком состоянии.
и территория монастыря огорожена, как вы видите, вот таким забором с красного кирпича. Мы выходим сейчас с этой территории монастыря. Вот там три креста стоят, видите, какие-то. По-моему, там кто-то захоронен. Мы двигаемся к выходу с территории монастыря, с территории Воскресенского кафедрального собора. Погода сегодня пасмурная. Настроение хорошее, чего и вам всем желаю. Вот такие ворота, это вход на территорию монастыря. Видите, какие здесь стены, заборы, какие ворота полные. Все, мы вышли с вами за территорию. Да, вот видите, правильно, как он называется, Христорождественский монастырь. Религиозный объект. Где мы с вами сейчас были. На этом заканчиваю. Всем пока-пока. До скорых встреч, дорогие мои подписчики.